Проведение социальных приемов населения имеет важное значение. Различные категории граждан могут напрямую обратиться к руководителям и задать наболевшие вопросы. Один из таких приемов на днях проходил в сельском поселении Развилковское. Начиная с января этого года в Ленинском районе сложилась хорошая традиция осуществлять социальные выезды в сельские поселения. Благодаря этой практике жители отдаленных территорий могут напрямую обратиться к специалистам в ближайшем социальном центре. Сегодня в поселке Развилка состоялся уже четвертый такой прием. Очень хорошо, потому что накапливается много вопросов у людей. Люди приходят, решают эти вопросы. Большое спасибо всем работникам социальной защиты и всем, кто организовывает вот этот выезд, и всех, кто заботится о людях нашего поселка. В течение 2 часов специалисты Ленинского управления социальной защиты населения, Пенсионного фонда, отдела жилищных субсидий, Управления образования и здравоохранения отвечали на вопросы посельчан. Много вопросов задают по присвоению звания ветерана труда. Люди, которые отработали, имеют большой трудовой стаж, но, к сожалению, на сегодняшний день не имеют наград государственных. Хотели бы, конечно, чтобы имели они звание ветерана труда, но, к сожалению, порядок таков, что без награды звание ветерана труда, даже при наличии большого трудового стажа, не присваивают. Наиболее актуальны в летний период вопросы о приобретении льготниками бесплатных санаторно-курортных путевок. К сожалению, дело с путевками обстоит напряженно, и не всегда получается выдавать их так часто, как положено по закону. Жители волнуют и вопросы обеспечения бесплатными лекарствами. По линии образования посельчане чаще всего интересуются особенностями и порядком определения детей в первый класс школы. Я на остановке увидела объявление на нашей, вот пришла сюда узнать все вот сразу скопом, какие документы нужны для оформления материнского капитала, чтобы какие для пенсионные вот эти СНИЛСы оформить. Узнала по поводу садика, вот что надо. Уже можно, сказали, что уже нужно на очередь вставать 3 месяца ребенку. В сельском поселении Развилковское очень важны такие приемы. В рамках социальных выездов проводятся и другие мероприятия. По линии здравоохранения у нас мы стараемся каждый месяц в нашу амбулаторию еще приглашать специалистов из Видновской поликлиники, чтобы или мамы с детьми, или люди, которым нужно специальное обследование, или специалисты, им опять-таки не надо ехать в Видное, они могут здесь получить все консультации и услуги. Исходя из того, что социальные выезды имеют хороший отклик у жителей и действительно помогают в решении многих вопросов, до конца года будут проведены еще 2 таких мероприятия в сельском поселении Развилковское. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.